Сотрудники Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства собрали 50 коробок гуманитарной помощи для мобилизованных жителей Югры. Коллектив медучреждения поддержал акцию «Посылка из дома», которую приурочили ко Дню защитника Отечества. Одежду, медикаменты, продукты длительного хранения и средства личной гигиены собирали с 18 января. Закончить планируют завтра. Все подарки для тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, передадут в Сургутский офис регионального отделения партии «Единая Россия». Для нас это большая честь, и мы благодарим эту инициативу. Инициатива, которая исходит сегодня и от партии «Единая Россия», и от женского движения «Единая Россия», которым я являюсь участником. Кроме того, в этой акции участвуют общественные организации, общественные движения, такие как, например, Общероссийский народный фронт, который я представляю как сопредседатель.